В ходе недели ямальской промышленности в регионе провели около сотни различных мероприятий, которые познакомили жителей округа с развитием производственной сферы. Предприятия в Муравленко имеют хороший производственный потенциал. Глава города Елена Молдаван и первый заместитель Андрей Лукьянов побывали в энергетическом сердце города на центральной котельной филиала «Ямалкоммунэнерготепло». Здравствуйте. На центральной котельной соответствии с графиком работает смена «Б». Оператор Соколова Мухтарова. Одна из ключевых тем встречи – техническое развитие предприятия. Сейчас в «Ямалкоммунэнерго» ведется работа над созданием нового визуально-технологического цикла, который позволит вести мониторинг параметров работы систем тепловодоснабжения и водоотведения в онлайн-режиме. Мы планируем промониторить объекты жилищного фонда и различные категории потребителей. То есть, ну, начнем с бюджетников, возможно, потом появится возможность и желание у прочих потребителей включиться в нашу систему. Отрадно отметить, что предприятие развивается. Ну, во-первых, выполняются все обязательства по концессионному соглашению. Мы видим, что есть планы, и в этом году планируется реализовать системы, такие умные системы, как мы говорим, да, вот в рамках информатизации, то есть в рамках такого онлайн-мониторинга. Мы вот очень поддерживаем такие планы, вот, так что будем сейчас сотрудничать в этом отношении и будем развиваться. В общем, все для блага наших жителей. Также в ходе встречи глава города обсудила с руководством филиала планы по развитию предприятия в пятилетней перспективе. Сейчас мы занимаемся тарифным регулированием, мы входим в новый долгосрочный пятилетний период. И от того, насколько качественно мы сейчас подойдем к формированию своей ремонтной программы, прежде всего инвестиционных мероприятий, зависит то, каким образом жители города будут чувствовать себя на протяжении ближайших 5 лет. Через несколько месяцев «Ямалкоммунэнерго» приступит к проведению плановых ремонтных работ. Объем запланирован внушительный. Самые масштабные работы проведут в микрорайоне административном. Здесь в рамках инвестиционной программы заменят сети тепловодоснабжения и водоотведения. Также коммуникации обновят на улицах Ямальской и Молодежной. Капремонт сетей водоотведения выполнят в Радужном и Молодежном микрорайонах. Традиционно ремонт проведут и на центральной котельной. Алена Гафарова, Андрей Нагибин. Новости Муравленко.